Когда Томский областной краеведческий музей начал работу над проектом «Голоса войны», мне стало стыдно как историку. Я вдруг поняла, что ничего не знаю о родном дедушке. Папин папа Семен Васильевич Лоскутов. У меня от него сохранилось всего 3 фотографии. На всех, конечно, кроме него, есть еще и я. Вот это вот 2, так сказать, самые ранние. Это 1968 год. Дед счастливый. Теперь я понимаю, что он молодой. Для меня, конечно, он тогда был очень старенький. Он прожил очень трудную, очень нелегкую жизнь. Родился 14 сентября 1910 года. На фронт ушел добровольцем в составе 166-й стрелковой дивизии. Это та самая дивизия, которая почти вся полегла под Москвой. То есть они погибли или попали в плен. И сама дивизия была вычеркнута из состава вооруженных сил. Поэтому ему пришлось потом доказывать, что он был не предатель. Он попал в плен, он бежал, был в партизанах. Закончил войну он в Польше, в рядах польских вооруженных сил. Он бежал из польского госпиталя, а там в госпитале делал игрушки детям. Это последняя фотография, которая есть в моем семейном альбоме. Деда Сеня. Он болел, лежал на диване, когда мы, я и Светка, моя сестрица двоюродная, подошли к нему и сказали: «Деда, ты болеешь, давай мы тебя полечим». «Полечите», — сказал он, повернулся и вдруг увидел в наших руках настоящий шприц, наполненный водой. «Ой», — сказал он, — «деточки, вы меня уже вылечили». И быстро побежал под крылышко своей дочери. Он нас так и не выдал, настоящий партизан. Я буду искать его историю, я обязательно восстановлю. Не делайте, как я. Делайте лучше меня. Поговорите со стариками раньше, чем они уйдут с жизни.